Здравствуйте, дорогие гости и зрители моего канала. Сегодня я вам снимаю обзор на набор. Это раскраска, даже не по номерам. Взяла я ее для того, чтобы попробовать разукрашивать и рисовать акрилом. И вскрыла я целлофанчик. Значит, у нас должна получиться вот такая картиночка. Красная шапочка. Люблю я очень русские народные сказки. И отсюда, конечно, мой выбор пал на вот такой сюжетный рисунок. Что входило в набор? В набор входили акриловые краски. Такая кисточка номер 2. Обычная. И маленькая палитрочка. Но я хочу сказать, что давайте посмотрим картинку. Здесь есть разные оттенки зеленого, коричневого, фиолетовый, розовый. И я поняла, что мне эти цвета придется смешивать. Но так как я человек ленивый, я стала думать, как и что, и вспомнила, что у меня лежит вот такой замечательный набор акриловых красок, где есть, как вы видите, определенная палитра зеленых оттенков, коричневых, желтых, ну и красных. Ну, в качестве там розового я смешаю цвета, найду, как это сделать. И есть даже фиолетовых, сине-фиолетовый пару оттенков. Использовать в работе я буду именно их. И хочу сказать, что только эта кисточка, она меня не очень устраивает. И что у меня есть для рисования? Давайте посмотрим. У меня есть вот такая палитра кистей, очень-очень-очень разных. То есть, начиная от широких натуральных, и пони здесь, и белочка есть. И заканчивая, есть контурная кисть, кстати, вот. Сейчас я попробую, вот она. Вот она. И заканчивая буквально кистями для нанесения косметики. Кстати, очень-очень удобные плотные кисти для рисования. Мне очень нравятся. Я выписала набор 12 штук. И ими рисую, разукрашиваю. Мне нравится. Вот такой набор разных-разных кистей. Ну и плюс у меня еще остались красочки совсем со старых запасов. Вот как раз найдем мы тут вот этот розовый. Сделаем его светлее. Называется этот цвет карминовый 319. И есть... А, ну, синий оттенок, ладно, синий. Синий есть, он у меня есть. Ну, а еще раз повторюсь. Здесь давайте посмотрим, какие у нас есть. Это желтый, синий, натуральные очень цвета все, красный, белый для осветления тонов и черный. Вот такая прелесть теперь есть у меня. Сегодня я вам показала только лишь обзор и как я буду заменять материалы на вот такой прекрасный сказочный сюжет, который мне очень-очень понравился. Ну, готовую работу я покажу вам в следующем видео. А вам спасибо, и до свидания и до новых встреч.